Двое жителей Камчатки отделались условными сроками за организацию сети подпольных интернет-казино. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Речь идет о 33- и 34-летнем елизавчанах, которые почти три года получали прибыль от семи игорных заведений в Елизово и Петропавловске. Их доход составил более 2 миллионов 600 тысяч рублей. Основной организатор получил полтора года, второй – год условно. Кроме того, осужденные выплатят штрафы в 900 и 840 тысяч рублей соответственно. В прокуратуре отметили, что мужчины заключили соглашение о сотрудничестве со следователями и выдали своих подельников.